Привет-привет, мои любимые поклонники кино. С вами Сильвер ТВ. Надеюсь, вы скучали. Ну что ж, Джон Уик 3, мнение минчан. Погнали. Подскажите, как вам фильм? Отличный фильм. В принципе, не разочаровал. То есть то, чего от фильма ожидал, то и получил. Много-много экшена, мало переговорных нудных сцен, но концовка неоднозначная. Некоторые поступки персонажей вызывают неопределенные вопросы. Но, с другой стороны, есть сцена на мотоциклах. С другой стороны, почему было сделано так? Ну, нормально, все части смотрели, в принципе. Как всегда, много драчек. Вот, правда, местами не очень там оно так поставлено, конечно. Криво? Ну, как-то не по-настоящему совсем. Но я останавливаюсь, что сцена на мотоциклах классная, фильм... В плане экшена классный, борода моя стала еще гуще, то есть выработка тестостерона на максимуме, а значит фильм со своей задачей справляется. Очень хорошо. Очень хороший. А правда, что Джон Уик белорус? Белорус. Отлично. Намеки, что у него белорусские корни, ну они говорят, как обычно, везде любят Белоруссия. Да, на самом деле, я себе заспойлер этот момент еще пару дней назад, и, конечно, нотка патриотизма в моей душе взыграла настолько, что я пошел себе жарить драники. Сейчас на фоне гимн вставляем, да? Да, да, и начал почесывать свои усы, и такая небольшая политическая отсылка, надеюсь, вас не отшлепают по попе за такие вещи. На самом деле это правда, он показывает огромный паспорт такой гигантский, весь фильм на протяжении его снимается. Наш? Наш, конечно, белорусский. И играет белорусский гимн. И играет белорусский гимн. В фильме было упоминание о том, что Джон Уик, да, происхождение Беларуси. Но драники не ел. Нет, драники, к сожалению, не ел. Короче, все на этом моменте смеялись на самом деле. Ну, какой-то такой себе был момент. Почему? Ну, не знаю, как-то вообще не поверилось даже как-то. Он не ел картошку. Не ел картошку, не было, да. Правда ли, что это лучшая часть трилогии? На самом деле, сложно сказать. Я все-таки больше под впечатлением после первой остался. То есть мне вот больше понравилась первая часть из всех трех. Да. А вы как думаете? Мне тоже считаю, что первая лучше все-таки. Там как-то завязка, история, здесь больше экшена, драк. Это лучше, несомненно, второй части. Это вне всяких сомнений. Но это расширение лора общего континенталя и вот это вот мироубийств. Ну вот как-то эмоциональная составляющая первой части, когда ты понимаешь, что унес себе песик и общее, да, и общую мотивацию самого Джона Уика, наверное, все-таки по эмоциональной части третья проигрывает первой части. Не знаю, надеемся на продолжение. Ага. Да, судя по всему, судя по сюжетной линии, явно оно намечается. Поэтому будем надеяться. Ничего себе! А обещали, что это конец. Скажите, пожалуйста. Что конец? Да, что это завершающая часть. Ну, конечно, жаль. Наверное, нет. Все-таки как-то больше зашел именно первая часть. Вот, когда все это начиналось. А сейчас как-то так себе. Ну, ждем четвертую часть. Так это ж вроде конец. Ну, не совсем. Сколько поставите из 10? 9,9. Скажем так, от этого фильма не стоит ждать какой-то завязки, кульминации, там сюжета. Чисто драки, экшен, красиво снято. Я бы поставил, ну, восьмерку. 8. 8 из 10. 7 из 10. Наверное, 6,5. Шестерочку даже? Да, да. Короче, не впечатлил вас Джон Уик в третьей части? Ну, да, не особо. А может быть такое, что у вас были очень завышенные ожидания, и они не оправдались? Ну, скорее всего, наверное, так и было, да, очень ждали, в принципе, фильм. Ну, как я говорил, первая часть гораздо была интереснее, как для меня, вот. То есть... Пожалуй, где-нибудь так 8,2. Из 10. Да. А сейчас? Вам, кстати, лучше было бы с ножом, как этот немая ассасинка из второй части, вам под черный костюм лучше бы подошло. Неоднозначные, зато очень честные мнения минчан о фильме «Джон Уик 3». Приходи в Silver Screen, составляй свое мнение, делись им. А пока что подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий. Мы будем благодарны обратной связи и скоро увидимся. Пока-пока!